Подожди, не видно главного героя. Ну что ты делаешь-то, блин? Ну вот. Нанял я тут одних специалистов. Чувствую, что они мне сегодня газель-то доделают, да? Сервис. Фаркоп такой сделали. Базаловский. Хороший фаркоп, но доделывать приходится его. Там в боковых этих щеках все отверстия на 12, а в раме на 10. Вот половину пересверлили. Поставили такой бардачок. В общем, фаркоп заказывал по интернету 6100. Из-за вот этой вот хуйни он не влазит. Почему? Он широкий. Так оно же вертится у тебя, блядь. Я же широк все равно поставил. Нихуя. С той стороны встает, я поставил, а ты нихуя. Так. Газель взяли месяца два назад. Сейчас доделаем ее. Чтобы у нас весь процесс был завершенный. Тент переделывали. Потом этот покажу, какая она была. Так. И спойлер еще не поставили. Остался с его родного заводского тента. Газель 2009 года. Этот. 120 тысяч пробег на ней был. Взяли. Ну вот тут уже Сережа добавил. Этот добавил магнитолку. Регистратор этот. В общем, двигатель 4216. Простой самый инжектор. Взяли будку, переделали под сено, под тюки. Чтобы возить. В общем, 2 в чистоте, 2.06 она общая высота. 2. И так 3.17. Золотая, этот, короткая база. В общем, влазит у нас 75-80 тюков в нее. Ну, двушку надо делать. 2 высоту. Тогда ровно 5 рядов встает. То есть 3 в ширину и 5 в высоту. И пихаем 80. В конце там не до влазит ряд. Приходится под доски пихаем. Так что вот такой у нас еще проект один появился, чтобы весь процесс сенозаготовки нам закончить.